Всем привет! Я хочу покрасить свои волосы, потому что уже стала седая. Вот, я уже тут размешала краску. Красить я буду кисточкой. Вот уже все приготовила. Даже не знаю, как снять. Ну, в общем, я беру кисточкой и вот так вот крашу потихонечку. Вот. Ну, в общем, покрашу. Вот так вот, таким, можно сказать, макаром. Вот. Вот покрасила, все руки себе вымазала, одела вот мешок на голову. Через полчаса пойду смывать. Вот. Вот так вот. Вот, вся повозюкалась, вся измазалась. И руки вот все. У меня порвалась перчатка. И, в общем, я вся измазалась. Вот так вот крашу. Ну, вот так вот я покрасила свои волосы. Вот у меня седина вся закрасилась. Такой цвет неплохой. Темно-каштановый получился. Вот. Покрасилась вроде хорошо. Краску я беру в разных магазинах, где попадет, какая. Обычно выбираю темно-каштановый цвет. Вот, ну, так неплохо закрасилась. Я сегодня ходила на почту, нам прислали вот такую посылочку. Мы заказали шарфик на Алиэкспресс. Это сын заказал себе такой шарфик. Шарфик хороший, мягенький, достаточно большой. В подарок прислали вот такой вот браслет на руку. Вот. А шарфик вот достаточно такой вот длинный. Вот. Достаточно такой вот. Вот такой же вот. Симпатичный, с желтыми полосками. Ну ладно, всем пока-пока.